Всем привет. Пришла наша посылка. Сейчас посмотрим, что там пришло. Вот такой пакетик. Так, паспорт на комплект для установки рычага переключения передач на бантоблоке Нева МБ-2, МБ-23. Комплектация и тут вот шайбы какие подкладывать, установка. Так. Вот. И втулка. Штуку я не заказывал. Это было все в комплектации. Вот пластины с фиксацией. Так. Про цену. В прошлом видео я показывал, там цена 1750 рублей. В общем, по такой цене нет. По 4,5, пожалуйста, на каждом углу 4500 рублей, 4200. Ну, я не готов покупать по такой цене. Я бы что-нибудь придумал лучше. И я нашел за 2350 рублей. В общем, они мне довезли до транспортной компании за 250 рублей. И транспортная компания взяла тоже рублей 300. В общем, получилось, я отдал 2870 рублей. Так вот. Когда я смотрел вилку заказать, попадалась такая, по-моему, 400 рублей. Но мне такую не надо, мне надо такую. Подойдет она, не подойдет. Теперь я утверждаю, что она подойдет. Одна шестереночка внутрь свободно входит, другая сбоку. Все подходит, можно заказывать. Если у вас была такая, можете такую. Еще спрашивали про подшипники. Так, про подшипники. Так, померить тут неудобно. Снял я телефоном номера. Так, спрашивали меня про подшипники в комментарии, именно где двухрядная цепь. Вот он. Но и сказали, что этот роликовый подшипник стоит. Но я думаю, не роликовый, наверное, а имели в виду игольчатый. Так вот, я могу сказать, что нет тут. Здесь втулка с канавками. Втулка с канавками. Видно, не видно. Там имеются канавки колечками. И еще одна втулка. Вот и весь роликовый подшипник. Но мне где-то попадался игольчатый подшипник стоят. Может, там на Окее или еще на каких-нибудь редукторах. Я пока ждал посылку,
посмотрел видео, там тоже года 3-4 поездил он, у него вся она зачищена. У меня только вот, вот здесь вот чуть-чуть. У меня вся, не знаю, как так, всей плоскостью шестеренки. И вилка у него для разблокировки, она была съедена. Вот эти, они съедены. У меня все в порядке. Так, я поторопился. Втулки одинаковые, но принцип работы тут входит внутрь, а здесь вилочка. Вот этим только различается. Шестеренки все подойдут. Вот так. В общем, если такая конструкция и взять эту вилку, то придется что-то наварить сюда. Наварить вот такую штучку. Штучку-дрючку. Значит, можно выйти из положения, наварить. Так что я поторопился сказать, что одинаковые. Так, 12 на 12. Можно купить эту втулку, но здесь на 12 приварить болт. Миллиметров 20. Так, еще. Это вот старая. Ничего здесь нет. Просто вставлена железка. А здесь резиновое колечко. Пустячок, а приятно. Ну все тут. Сейчас соберу. Не вставляется. Вставляется, потому что это длиннее, насколько, два раза. Это ось разблокиратора, надо снимать. Так, вот вставили. Ось, на которой вилка находится, нужно будет тоже вытащить, иначе не поставить. Вот сейчас раз и все. Вот это первая передача включается. Неудивительно, что она не попадает. Конечно, тут такое зацепление. Приходится качнуть колесо. Вот. Засада. На 6 болты не входит. Идем за напильником. Погодка. Крючок вставил в середину. И вместе, не затянуты болты, вместе с пластиной будем ставить вторую передачу. Строго
не фиксируем на ухо. Вот этот не давал. Он упирается и поднимает крышку. Так что надо на весу, чтобы вот все зашло. Сейчас, если упереться, она опять поднимется. Все. Собираем болты. Так, собрал. Запчастей не осталось. Уже хорошо. Оно лучше. Шишки не подходят, балда. Ну все, если что, спрашивайте. Спасибо, до свидания.